сопрости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наше, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Аминь. Отче наш, дай нам здесь. И остави нам долги наши, и окажи мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Он даже колокола сразу бить начали, понял? Так же. Живый помощи высшего крови Бога Небесного во дворе царичет Господеви, заступник мой Иси, прибежище мое, Бог мой уповаю на него, я кото избавите от сети ловчие, словесе мятежно, лишьма своим осените, подкрыли его, надеешься оружием обыть, а истина его, не боишься от страха ночного, открыли летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, отсрочай беса полуденного, падет от страны твоей тысяча, и тьма одесную к тебе же не приближится. Побачи очима Твоим и смотришь воздаяние грешника, узришь, яко Ты, Господи, упование мое, вышнего положил, если прибежище Твое, не придет Тебе злой рана, не приближится к елице Твоему, яко ангел свой заповедь, а Тебе сохранить Тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тебя, да никогда проснешься, а не могу Твою нашу.